сегодняшняя тема нашего урока – Александр Сергеевич Пушкин. И мы с вами говорим о таком замечательном произведении, как «Барышня-крестьянка». Послушайте первые строки этого небольшого произведения. В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года.